Всем большой привет, у меня сегодня обзор из магазина Fix Price, и несмотря на то, что это сейчас далеко не магазин низких цен, но именно на полочках этого магазина всегда можно найти интересные новинки. И давайте вместе смотреть, что же нового я сегодня увидела. Поступили отличные декоративные фигуры, смотрятся они очень красиво, высота примерно 20 сантиметров. На дне приклеена бархатная ткань, подставка устойчива. По качеству исполнения выполнено хорошо и аккуратно. Продаются они в ассортименте в разных цветах и формах. Вместе они сочетаются, красиво смотрятся на полочках, состав полирезин, цена 149. Следующая декоративная фигура в виде гусей, продаются они тоже в ассортименте, цена 77 рублей. Завезли новые вазы высотой примерно 30 сантиметров, состав доломит, цена 199. Вазы хорошего качества продаются в разных формах и расцветках. И подойдут они под любой интерьер вашей комнаты. И квадратная ваза немного асимметричная в строгом стиле. Симпатичные вазы, мне они понравились, но все-таки больше нравятся те вазы, которые я вам показывала в своих покупках. Кто еще не видел обзор, ссылку оставлю в описании под видео. Снова в продаже появилась декорация «Цветы в горшочке», смотрится она достойно. Состав полипропилен, полиэтилен, пенопласт, камень, производит Китай, цена 199. Фоторамка для размера фотографии 15 на 21. Которую можно поставить на полку или повесить на стену в горизонтальном или вертикальном положении. Состав пластик, стекло, картон, бумага, цена 77 рублей. Следующая новая фоторамка размером 10 на 10. С обратной стороны есть подставка. Выполнена очень качественно, состав полипропилен, картон, стекло, бумага, сталь, цена 55. Третья стальная фоторамка размером 10 на 15, цена 77 рублей. Стильная фоторамка продается в золотом и в серебряном цвете, и ее можно поставить только на полку. Широкая рамка из стали, по качеству отличная, производит Китай. Пробковая доска для заметок с большим размером, цена 199 рублей. В наборе продается с саморезами, кнопками из 6 штук. Рамок два вида, белая и черная. И опять и снова появились декоративные цветы в горшках, смотрятся как живые. Первая из них это Диффенбахия в черном горшке, цена 199. Аккуратная и невысокая монстера. А вот и фикус, который не очень похож на натуральный. И третий вид растения, название которого не знаю. Светильник-ночник по цене 199. Светильник с декорацией, по кругу у него мягкий теплый цвет, работает от трех батареек, которые не входят в комплект. Знаю, что они еще продаются и в таком варианте, но в нашем магазине только один вид. И световой поток на 80 люмен. Светильник светодиодный с кабелем USB, цена такая же, 199 рублей. Светильник вращается и переливается разными цветами и идеально подойдет для вечеринок и семейных праздников. Три цвета, лампы на 6 LED, длина кабеля 110 сантиметров. К осеннему празднику завезли кровь искусственную и, честно сказать, даже неприятно трогать. Продается она в наборе с 5 тату-стикерами, на обратной стороне написан способ применения, производит Китай. Но кого-то эта покупка заинтересует, ведь кто-то же отмечает этот праздник Хэллоуин. Цена 99. Декоративные птички для декора и творчества. Птички сами на клипсах, которые легко крепятся, в наборе 2 штуки, цена 77 рублей. В отделе канцелярии я увидела только одну новинку. Это набор перманентных маркеров, продается в наборе из 3 разных цветов, цена 55. Толщина линии указана, что 5 мм. А в отделе косметики увидела много новинок, и первая из них это выгодная покупка от Aura, крем-мыло с антибактериальным эффектом, объем 500 мл. Продается в мягкой упаковке, цена 55. Крем-гель для душа Dove, восстанавливающий, хорошо очищает, увлажняет, без сульфатов и СЛС. Объем 225 мл, цена 99 рублей. От Florissant крем косметический, березовый с отбеливающим эффектом. Защищает кожу от солнца, ветра, перепады температур, осветляет имеющиеся веснушки и пигментные пятна. И производитель отмечает, что повышает эластичность и тонус кожи, защищает от старения. Объем 50 мл.
Крем от L'Oréal для нормальной и смешанной кожи, увлажняющий эксперт, увлажняющий уход. Подходит для ежедневного применения, объем 50 мл. И от бренда «Чистая линия» в новой упаковке крем увлажнения для лица «Органик ромашка». В составе 97% натурального и органического происхождения крем увлажняет, питает и защищает. Объем 45 мл. Цены «Флоресан» 77, «Лореаль» 199 и «Чистая линия» 77 рублей. Гигиеническая ванночка для ног продается в пластиковой бутылке в составе берестовый деготь, кора дуба и масло можжевельника. Обеспечивает гигиену кожи стоп, снимает ощущение усталости. Объем 383 грамма, производит город Москва. И цена 50 рублей. И от этого же производителя тоник для лица, шеи и зоны декольте антивозрастной в составе гамма-мелис, виноградная косточка и гиалуроновая кислота. Эффект – живительное увлажнение, гладкость и сияние кожи. Объем 300 мл, цена 55. Крем с пантенолом подходит для лица и тела, крем универсальный, защищает от раздражения, увлажняет и смягчает. С SPF защитой 35. Объем 100 мл, цена 55 рублей. Жидкое мыло показывало хвойное, теперь появилось и банное, натуральное душистое мыло, удобный дозатор, объем 450 грамм, цена 77 рублей. Новое антибактериальное мыло для рук, в составе увлажняющий крем, написано, что натуральная защита. 120 грамм, цена 27 рублей 50 копеек. Крем от трещин в ступнях до и после с усиленной формулой с аллантоином и витамином, цена 55. Забота природы от бренда «Лесной бальзам», зубная паста защиты десен с ромашкой, календулой на отваре трав. Объем 113 грамм. Цена 55 рублей. Альгинатная матирующая маска с жемчужной пудрой. Вторая маска с пептидом и сквален зеленого цвета. И третий вид – альгинатная лифтинг-маска. Все эти маски изготовлены в Корее, цена 99 рублей. Новая пластиковая коробка с крышкой – по цене 55 рублей. Коробка с небольшими отверстиями выполнена очень качественно из плотного пластика. По краям с отверстиями для рук. Продаются они в ассортименте в 4 цветах, размер 23 на 17, а высота 10 см. Состав полипропилен, но нету отметки о том, что они подходят для пищевых продуктов. Цену сказала, производит Китай. Пряжа из Троицка для ручного вязания, серия Кроха. Продается в 4 цветах, состав нигде не указан. Цена за один моток 50 рублей. Появились новые баночки для организации хранения на кухне. Баночки пластиковые, крышка закручивается с небольшой ручкой. Продаются в 3 видах, отличаются цветом крышки. Объем одной банки 2 литра, состав полипропилен, производит город Щелково. Набор мерный стаканчик, снаружи указана шкала деления, продается в наборе 6 мерными ложками. Крышка плотно сидит, сам стаканчик с небольшим носиком. И 6 мерных ложечек разной величины, на каждой из которых написан объем. Хорошие стаканчики мне понравились, изготовленные из плотного пластика, на кухне обязательно пригодятся. Продаются в 2 цветах, цена 55 рублей. Терка 4-гранная, идеально подойдет для натирания чеснока, цедры, имбиря, шоколада, маленького куска сыра или мускатного ореха. Она маленькая, вмещается в мою ладошку. По качеству никаких нареканий я не нашла, изготовленная из нержавеющей стали. Их хорошо разбирают, в этом магазине осталось 3 штуки. Цена 27 рублей 50 копеек. Набор хобби, иглы швейные для шитья вручную. В упаковке 15 штук. Иголки никелированные с крупными ушками, изготавливает Россия. Цена упаковки 50 рублей. Байковое одеяло размером 90 на 112 см, состав 90 хлопок и 10% полиэстер. Одеяло можно стирать при 60 градусах. Одеяло тоненькое, мягкое, приятное к рукам, края просто оверложены. Цена 199, производит город Ермолино. В отделе книг появилось много новинок. Это книга впервые на русском языке «Темная земля» с отметкой 18+.
Главная книга года по всем пунктам «Последняя комета». Продается в твердом переплете. «Третье человечество. Микролюди». Книга с очень приятной к рукам обложкой, название «Вербер». Толстый переплет. «Белые страницы средним шрифтом». Книга с названием «Последний романтик». «Последний из единорогов». Одна из самых любимых книг Бориса Гребенщикова. Бестселлер «Клуб темные времена». Права на перевод этой книги проданы в 26 странах. Вопрос «Половинка сердца». Классика с названием «Найти виноватого». Доктор Смирнов более известный как остеопата, ребенок, инструкция по эксплуатации. И громкая цитата от этого автора: «У ребенка, родители которого воспользуются моими советами, в 12 лет появится свой бизнес». Автор Сара Уикс «Больше, чем я». Все книги, которые я вам показала, продаются в твердом переплете по цене 99 рублей. Книга с тонкой обложкой «У нас небо». Небольшой формат, цена такая же. Кто любит ужасы, эта книга для вас. Следующая книга «Государь». О чем говорят младенцы, цена 77. Я вам показала все новинки, которые были представлены в этом магазине. И всем, кому это видео понравилось, было интересным и полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока, до новых встреч!